Продолжаются выборы в депутаты Народного Хурала парламента республики. На избирательных участках уже подвели итоги первого дня. Работа участка номер 25 проходит в штатном режиме и без замечаний. По словам председателя, 10% жителей, закрепленных за этим избирательным пунктом, уже проголосовали. На вчерашний день у нас прошло 10% явка избирателей. Вчера прошло все тихо, спокойно, без всяких нареканий. У нас сидят наблюдатели. Вечером, как положено, при наблюдателях мы запечатали все в сейф-пакет и закрыли в этот шкаф. Помимо голосования, непосредственно на самом участке жители Калмыкии принимают участие в выборах с помощью выездных бригад. Так, на избирательных участках 41 и 42 собираются заявки с числа тех, кто по каким-то причинам не может самостоятельно прийти в избирательный пункт. За вчерашний день у нас 180 избирателей посетило. Были выездные. Выездные были рейды избирательной комиссии к тем жителям, тем избирателям, которые не могут по состоянию здоровья прийти на участок. Провели один выезд по голосованию вне помещения. Вот, заявки принимаются на голосование вне помещения до 10 сентября по времени до 14.00. Избирательный участок работает в штатном режиме, никаких нарушений не зафиксировано. Житель 6-го микрорайона продолжает голосовать. Как отмечают граждане, это не только забота о будущем родной республики, но и выражение активной гражданской позиции. Должен же кто-то нам помогать, потому что мы все разные, все по-разному мыслим, все по-разному. А вот обобщать и правильный вывод делать – это определенная группа людей должна быть.